Александр Сергеевич Пушкин. Пророк. Духовной жаждою томим, в пустыне мрачной я влачился, и шестикрылый серафим на перепутье мне явился. Перстами легкими, как сон, моих зениц коснулся он. Отверзлись вещие зеницы, как у испуганной орлицы. Моих ушей коснулся он, и их наполнил шум и звон. И внял я небо содроганье, и горний ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольней лозы прозябанье. И он кустам моим приник, и вырвал грешный мой язык, и празднословный лукавый, и жало мудрые змеи в уста замершие мои вложил десницею кровавой. И он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и уголь, пылающий огнем, во грудь отверстую водвинул. Как труп в пустыне я лежал, и Бога глаз ко мне воззвал: «Восстань, пророк, и виждь, и внемли, исполни с волею моей, и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей!»